Друзья, привет! Приехали мы на озеро Найваша. Сейчас мы пообедаем перед тем, как... С вами Наташа. Да, и с вами Наташа. Привет. Кстати, вот кофточка, которую тогда купила в галерее Казимеш. Вы писали, спрашивали, купила ли я. Да, купила, все нормально. А вот и Наташин янтарь тоже. Краков путешествует с нами. И мы в Кении на озере Найваша. Сейчас помоем ручки, покушаем, потому что мы после прогулочки в Hell's Gate. Так... И вот такой вот ресторанчик, покажем, что мы закажем из кенийской еды. Я даже не знаю. Не знаю, мы приехали в нашей Матате, и дождик начинается. Ой, не я хотелось бы. Я предлагаю положить вещи и вернуться. Там есть туалет, Аня сказала. А, ну пошли тогда. Покажем, что либо может люди... Или... О, уже капает на меня. Ну вот что капает такое? Капает из дерева фиолетовое называется. Какая джакаранда. Джакаранда. Джакаранда, да. А вот это вот, я не знаю, малиновая. Вот фиолетовая знаю, джакаранда. Вот это вот фиолетовая, вот конкретно. Слева которая. А справа вот это пошли сейчас. Ой, дождик. А мы ехали, какой дождик. Джамбо, джамбо. Здесь много всего вкусного, я надеюсь, есть. Все. Все покажем, все расскажем, попробуем. Сидим, выбираем. Что как у нас называется? Здесь вот? Ресторан. Спайси. Ресторан. Еда. Ресторан. Ну, короче, здесь еда от 850 до 1500. Да, главные блюда. Тут всякие и кебабы, и чикен кебабы, и чипсы. Ну, да, 1400 и 850, и 950, да. В смысле? А, где? Экстра, не знаю. А ну... Знаешь, какое-то не такое меню. А, вот, Кэмп Корнелис. А, вот, да. О, Диакон. Спасибо большое. Кэмп называется Кэмп Корнелис. Ага, вот. Так, ну давайте уже тут посмотрим, что пиццы. Маргарита, да, вот вся, вот видите. Ага, 1600 стоит до 2000, переворачивай дальше. Так, что напитки? Это же алкогольные, да? 700-850, да, давай переворачиваем. Мэри всякие, что хотите. То есть и европейская, и азиатская. Вот крылышки есть, типа чем, 1150. Сказали начосы. Мид самоса 1100. Фета кориандр самоса 1150. О, супы. Да вот супы за... Нудл суп 850. 850-750. Цветная капуста пармезан. О, боже, пармезан 750. И баттернат, я не знаю, как это. И какой-то орех, сливочный масляный суп. Масляный орех? Да, не знаю, 750. Или на чикен нудл суп надо взять. Сукува, вики и угали, я не знаю, что это, favorite traditional, традиционная кухня, карлик, кучерявых кайлов, короче, как если переводить. Ой, так подожди, это какие-то легкие цибуля, ой, господи. Чеснок, лук и чеснок. Лук и чеснок. Соус, который подается с мейс, с основной едой. И это все за 650, капец. Интересно. Главное, что мы... Салаты есть, курица. 650-1400 салат, дальше барбекю всякое, 1600, ну, от 1200 до 1600. Так, это стартер. Это уже... Чаек, смотри, да. Черный чай 200. 200, джинджер, лимон, масала чай 350. Ну, кофе такое. 350. Сейчас закажем, покажем, что мы заказали, попробуем. А сюда входят налоги? Да. Все, ну, то есть это цена уже... А принято давать чаевые? Принято или обязательно? Принято, ну принято. То есть от обслуживания зависит, да? Все. Все, сейчас посмотрим и решим. Ага, понятно. Так, вот пиво принесли уже. Нам порекомендовали ребята, сказали одно из самых вкусных пив. 4,2. Таскер называется. Ну давай, Наташа, попробуешь сейчас. 500 миллилитров. Ну вот, пробуем кенийское пиво и расскажем. Точнее, Наташа вам расскажет. Наташа в последнее время весь алкоголь у нас на канале пробует. Спасибо, Наташа алкоголь. Да вывод, Наташа алкоголь. Ну я же не пью пока алкоголь. Пахнет пиво. Пахнет стакан пивом. Чистый, да. Стакан чистый, отлично, давай. Ну вкусное. Как? Вкусно. Ну вкусное, ну вкусное. Ну вкусное пиво, легкое, да? Легкое. Вкусное, светлое, легкое пиво. Даже на что-то напоминает. Все, наслаждайся, наслаждайся. Наш сачок принесли. Саш, попробуешь сачок? Да. Угу, давай. А вы одинаково? А ну, Наташа. Да? Да, я тоже такой захотела. Как... Это что? Ананасик с мин? Это не только ананас, мята. И что здесь еще? Короче, тропичный микс. Да, пенил. Классный. Нотки. Нотки ананаса, мяты, мне кажется, яблоко даже. Да? Классно. Классно. Ну, натурально же, да? Всем здоровечко. Здоровечко. Сейчас я буду пробовать, да. Это начос с чем-то... Это такой стартер принесли, начос с разными начиночками. Прикольно. С чем-то? Наташ, давай попробуешь. С мясом?
А где мясо? Чикачкать. Ух ты. Сейчас все зафоткают, запостят в инстаграмчик. Наташа, будешь пробовать? А мне сейчас расскажут, как есть. Я реально не знаю, как это есть. Ну хорошо, давай. Берете начос. Так. Макаете, да. А оно уже обмакнутое все как есть. Это острое вот это? Нет. Так, еще раз. Мясо, авокадо и овощи, да, какие-то? Так, ладно, Наташа, давай. Кто умер? Так, авокадо. Если ты ел что-то авокадо, а вот это как макать? Я думаю, что вилку надо взять. Дай мне сюда, пожалуйста, занять. Так, народ, пишите в комментах, кто знает, как это кто есть, как в это макать. Есть? Можно это по-другому сделать? Эй, сори, Рафиди. Йо. Мне лиса. Молодец. Аня профи. Аня профи. Ну, а я никто ж не обидится. Слушай. Ну давай, пробуй, рассказывай. Ну вот, Дань, чтобы не обляпала, смотри, какое это. Разные вкусы, наверное, да? Или можешь описать вкусно. Что-то? Это помидор. Это сырой помидор с чем-то остреньким. Боже, какие цвета. Это так вкусно вместе. Ну, авокадо. Мяско еще не попробовала. А вот это вот тоже или паприкой посыпано. Это как, ну, жареное. В этом. Ну, в кляре. А это, наверное, сыр, что-то такое, да? Ну, тоже как вишенка. Это, да. Все, вкусненько. Будете в Кении, очень рекомендуем. Ух ты, принесли еду, Саша рыбку заказал с картофельными чипсами. А у нас, ну вот, наша говядина, говяжий стейк, салат. И вот такой вот у нас еще, наверное, не знаю, поливать говядину, наверное. Так, Наташ, вот это вот, кстати, вот дрессинг для салата принесли, это вот белое в баночке. А вот еще какой-то дрессинг. Мне нравится, да. Это, если дословно перевести, это платьишко для салата, да? Да, платье дрессинг. Для салата. Что Даша попробует. Ну, и чем оно перчик, пахнет? Перчик, сколько перец? Чикен с ванилью. Ням-ням. Острый. О, много черного перца в этом. So, chicken noodle soup. Мне кажется, это немного. О, хе. Сейчас. Нудл суп. О, принесли мой супчик. Это сюда. Это и Наташа еще тоже. Да, ставьте здесь, спасибо. Все. А это баттернат суп, наверное, как... Excuse me. Yes, please. Сейчас уберем чуть-чуть, чтобы нормально попробовать. Смотри, режется твердо. Да? Жилисто, да? Пахнет? Саша, дашь мне кетчуп? Что такое? Это так поп... Это муха была. Муха попала. Тут такие надоедливые мухи, что капец. Они просто садятся, ты ее отгоняешь, она не улетает зараза. Ну что, что ты скажешь? Как тебе говядина? Жилисто. Жилисто, но вкусно. Но пожевать придется. Ну, отлично. Как говорится, enjoy your meal. Приятного аппетита. Смотри, тут авокадо, тут это салат, руккола. Вот этот соус прикольный. А соус перчик? Это, я, сказала, да, тут еще? Черный перец, но я не могу понять, что дает вот эту вот темноту. Может, это перец дал? Очень вкусно. Аня, что у вас там? Это карри какое-то, да? Курочка с карри. Парата, наверное, чешу, смотри. Рисик. Рисик, чили и... Ну, да, помнишь, как называется? Оно йогурт вместе с чем-то на рассисе, нет, что об этом? Рассати или как вот это называется? Чирайта, что-то такое называется, нет, не да. Не райта, а может и не райта, ну тоже. Ну, то есть индийская, да? Типа индийская. Давай супчик попробуем. Ну, давай. Пересаживайся, будешь уже пробовать все. Что я уже тебя сняла. Еда на колени. Зато классное такое душевное место, отлично. Душевное? О, вообще кебабчик понесли, шашлычок. И официанты в таких ярких жилеточках прикольных. Бар есть. И слышите капли дождя. Никак пока дождь нам не дает выйти. Посмотри, как кебаб, как шашлычок делается. Шикарный кебаб. Приятного всем аппетита, друзья. Это мясо, это не кебаб. Ромашка, нас на... Это не фарш, это мясо. Ну, в другой раз попробуем. Подожди, я попробую это. В другой раз попробуем кебаб. Ой, это вкусно. Вкусно? Это даже сладенько, но это не... Я не могу понять. С булочкой. Я не могу понять, что это.
На тыкву не похоже. Это сладко, что-то нейтрально соленое. Ну, в общем, едой довольна, да? Это не лентил суп. Совершенно понятно. Попробуй мой супчик тогда уж, пожалуйста. О, а можно я у всех попробую? Нет, не надо. Достаточно, достаточно, пожалуйста. А тебе не кажется, что у тебя острый кабель? Я не знаю. Ого, посмотри. Здесь сколько мяса. Обалдеть. Видимо, целая курочка в этом супе. Ням-ням. Пахнет обалденно. Enjoy your lunch. Thank you, thank you. А видим, да, что Наташа все-таки на коленках сидит. Горячий, но... Это шикарно. Шикарно, да? Это очень вкусно. Ну, отлично. Это и по соли, и по остроте, и... По всей стратегии супа. Короче, это шикарный суп. Я тебя оставляю, потому что я это все съем, если я не отойду. Нереально вкусно. Все, отлично. Вот принесли кофеек, сейчас Саша попробует. Это такой кофеек не просто в машине, а во френч-прессе. Такой вот френч-пресс интересный. А вот этот бурый сахарок, который типа как, да, меньше калорий и там куча здоровья. Молоко и чашка такая, нехилая такая чашка для кофе. А мы хотели эспрессо на самом деле, да? Ну эспрессо тут нема. Ну что, пробуем? Ну давай, конечно. Все выливай. Ну не знаю, ну давай, как ты хочешь. Ну пахне непогано. А колір який? Цвет чорний? Ну такий. Ага. Кінійський такий, рижуватий трохи. Да. Ну как, какие нотки? Бодрит? Ну, кисленький. Кисленький, трошки кава. От, але непогано цілком. Ну класно. Ну такой кофе еще есть. Слушайте, во френч-прессе прекрасный. Очень радует. Вот. Нормально. Отлично. Все, друзья, вот такое у нас сегодня видео про еду. Цены показали, еду показали, попробовали с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, тоже надеюсь, там у вас есть что поесть в холодильнике. Приятного аппетита.